Привет, Натвинкл. Битвы и сражения животных вы любите смотреть больше всего. Это уже восьмая часть сумасшедших битв животных, снятых на камеру. Выбирал только новые битвы, которых вы наверняка еще не видели. Начинаем. Начнем с пресноводного краба, жизнь которого тоже полна опасностей. В воде, где он обитает, живут также тигровые пиявки, жуткие вампиры, которые всегда в поисках жертвы, с которой они хотят высосать все соки. Вы видите, как две тигровые пиявки обнаружили краба, который сначала не принял их за угрозу, а зря. Очень быстро пиявка нашла слабое место в броне краба и сразу же присосалась. Краб пытался сопротивляться, но все было безуспешно. Это смертельная схватка с одним победителем. Всего за несколько часов краб перестал подавать признаки жизни. А сейчас вы будете в восторге от первоклассной тактики маскировки леопарда во время охоты. Сначала он маневрировал, прячась за небольшой песчаной отмелью на дороге, планируя идеальную атаку. Дальше еще круче, леопард использовал дерево в качестве укрытия и оказался всего в нескольких метрах от ничего не подозревающей антилопы спрингбока. Нападение и погоня закончилось считанные секунды. После такой успешной охоты леопард оставил тушу в тени и пошел звать к столу двух своих детенышей. Дальше настоящая драма. Ядовитая змея жила рядом с бурундуком. И если честно, соседи из них никакие. Во время каждой встречи змея старалась укусить грызуна, и вскоре ей это удалось. Очень жаль, но получив порцию смертельного яда, бурундук вскоре погиб. Дальше прямо как по сценарию индийского фильма. У змеи родились детеныши, которые тоже начали охотиться в том же месте по соседству с бурундуками. Но на этот раз отомстили бурундуки, они по очереди поймали и съели всех детенышей змеи. Совы – непревзойденные ночные охотники. К сожалению, ночью тяжело что-нибудь заснять на камеру, так что видео с охотами сов очень мало. Но я нашел просто уникальные кадры. Вот как совы охотятся на летучих мышей. Они атакуют их прямо в воздухе, цепляя своими острыми когтями. Потом добычу съедают сразу же на ближайшие ветки, а маленьким детенышам родители приносят ночных мотыльков. Да, в ночной охоте сова даст фору любой птице, просто суперохотник. Дальше очень крутой момент, заснятый в заповеднике Мало-Мало. Огромное тысячное стадо буйвола пришло на водопой и спустились к реке, чтобы утолить жажду. Такой момент не могли упустить две львицы, при виде которых все стадо бросилось в бегство. А самый невезучий бычок споткнулся и тут же был атакован львицей. Дальше драка разворачивается в болоте, где на помощь приходит вторая львица и сразу же цепляет буйвола за шею. У них все идет идеально, так они точно одолеют крупного бычка, но ему на помощь уже бегут самые храбрые сородичи. Львицы отлетают мгновенно и нападать больше не решаются. Отличный пример коллективной защиты. А вот и сумасшедший случай, который вы видели на заставке видео. Питон каким-то образом поймал домашнего гуся. Он накинул на него кольца и удерживает, свисая с крыши дома. Но птица начала сопротивляться и кусает питона в голову. После этого змея ослабила хватку и везучему гусю удалось спастись. Летом основной источник пищи олуши – это сардины, обитающие далеко в море. Это значит, что птицы должны долететь и обнаружить косяк рыбы, дальше все по изученной схеме. Олуши пикируют и ныряют, пытаясь поймать рыбу под водой.
Но даже один небольшой просчет может оказаться фатальным. Под водой много других голодных хищников, например, дельфинов, врезавшись в которых на такой скорости птица может погибнуть. Дальше охота белого медведя, который обнаружил тюленей, и такую вкусную добычу он точно не упустит. Но подкрасться незаметно на таких бескрайних снежных дюнах нереально. Тюлени увидели медведи издалека, и в момент опасности ныряют в прорубь. Тут медведю не повезло, но он не сдался и продолжил свои поиски. Довольно быстро он ощутил вибрации по снегам, и это может значить только одно – там кто-то прячется. Мощными ударами передних лап медведь ломает лед и добирается к желанной добыче. А в этом моменте три львицы окружили леопарда, но зачем они это делают, непонятно. Лучшая линия защиты леопарда – лечь на спину с вытянутыми когтями и оскаленными зубами. Именно это он и делает. Но вдруг появляется разъяренный самец и нападает на леопарда. Львицы тут же набрасываются на льва, чтобы защитить свою добычу. Я долго думал и пытался понять, что тут происходит, но так и не понял. Если вы знаете, с чем связано такое поведение львов, напишите об этом в комментариях. В конце леопард был все еще жив, он и дальше лежит в надежде, что львы потеряют к нему интерес. И похоже, что большинство из них так и сделали. Большая стая диких африканских собак поедает свою добычу в траве возле реки. В один момент в их дружную команду влетает наглая гиена, которая начинает скалиться и претендовать на добычу. Такую наглость собаки простить не могут, и между ними начинается драка. Они искусали гиене весь зад и загнали ее в угол, но когда ей на помощь пришла подмога, собаки сразу же исчезли. А вот сражение опоссума за жизнь, ведь его атаковал проворный зверек из предыдущего ролика – злобная ласка. Опоссум выглядит очень измотанным, он еле защищается, так что шансов спастись у него нет. И еще зимняя запись с камеры видеонаблюдения. Бедный опоссум даже не понял, что произошло. Его атаковала злобная куница. Всего за пару минут хищница задушила свою добычу, а потом уносит в нору для поедания. Если вы досмотрели до конца, значит, вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотр и комментарии. До встречи в следующем видео.